Популярная актриса Равшана Куркова принимала участие во многих кинопроектах, телесериалах. Знаменитой стала после исполнения роли Анжелы в телевизионном сериале «Барвиха». Сейчас она на вершине славы, но остается скромной женщиной Востока. На тусовки не ходит, категорически отказывается сниматься для глянцевых журналов обнаженной. Несколько раз выходила замуж, но браки оказались неудачными. О чем мы, собственно, сегодня и поговорим. Восточная красавица имела два официальных брака. С первым супругом Семеном Курковым. По профессии фотографом девушка встретилась в студенчестве. Брак оказался непрочным. Беременность Равшаны через 5 месяцев закончилась выкидышем, что послужило причиной развода. Артистка оставила себе фамилию мужа. В 2004 году биография актрисы Равшаны Курковой ознаменовалась появлением в ее жизни второго мужа – Артема Ткаченко. Будучи актером, супруг любил разгульную жизнь, дети ему были не нужны. Спустя 4 года совместной жизни пара рассталась, однако сумела сохранить дружеские отношения. И иногда они пересекаются на съемках кино, в театральных спектаклях. В 2012 году, будучи участницей кинофестиваля «Кинотавр», Равшана повстречала нового возлюбленного – Илью Бачурина. Их роман продлился 4 года, разрыв произошел из-за обоюдных споров и разногласий. Позднее восточной красавице приписывали романтические отношения с некоторыми другими шоу-бизнесменами. В биографии Равшаны Курковой основной проблемой недолгих браков считается отсутствие детей. 2019 год. Знакомство молодой актрисы с владельцем клуба боксера Сергеем Амаряном. Они вместе встречали 2020 год на острове Бали. В своем интервью телеведущей Светлане Бондарчук знаменитость призналась, что у нее есть заветная мечта стать матерью. В 2020 году у актрисы на свет появился сын Гаспар, отцом которого стал Сергей Амарян. Предполагается, что малыш появился с помощью суррогатного материнства. Вскоре пара рассталась. Равшана выглядит намного моложе своих лет, при этом кинозвезда декоративную косметику почти не применяет. К пластическим операциям относится отрицательно, зато регулярно бывает в тренажерном зале, занимается растяжками, йогой, посещает бассейн.